Перед нами следующая ситуация. Представьте себе, идет вечеринка, и огромное количество народу. Стоит диван, над диваном большое объявление. Не больше 3 человек. В данный момент, как это принято, сидят 5 человек, они развалились на диване. Через некоторое время приходит 6-й, и также он начинает себя тискаться, чтобы тоже усеться там. Другие говорят: куда ты лезешь? Уже сидят так много человек, он может сломаться. Он говорит: нет, пока не сломался, так и не сломается. Через ровно 17 минут раздается огромнейший крах, весь диван развалится на маленькие кусочки. Хозяин этого места приходит и говорит, что кто должен заплатить? Значит, еще раз. Диван, не больше 3 человек, сидят уже 5, приходит 6-й, и через некоторое время он разваливается. Кто должен заплатить за этот диван? Шулхан Арух Гемора выводит такой закон, что если в данный момент мы можем подумать, что первые 3, они сели, это было легально, это было по правилам, может быть, 4-й, 5-й они нарушили, 6-й тоже. Но на самом деле, когда эти 3 человека сидели на диване, и приходит 4-й, и они остаются сидеть на этом диване, они пассивно принимают решение сидеть на диване, который может сломаться. 5-й, 6-й, если 1-й, 3-й, они остаются там, они все еще не уходят с него, они не встают, они, хотя это было сначала пассивно, но теперь они, их решение быть на диване, который может развалиться. Поэтому решение, что все 6 человек должны заплатить за диван. В жизни часто мы думаем, что если происходит какая-то несправедливость вокруг нас, мы пассивны, никого не обидели, мы просто стоим в стороне. Если ты стоишь в стороне, если ты можешь заступиться за кого-то, ты можешь помочь кому-то, но ты остаешься в стороне, ты не принимаешь никаких усилий, чтобы помочь кому-то, спасти кого-то, ты ответственен за это.